Так, друзья, вот прибыл в этот отель, мы посмотрели. Наш Рикардо, которого мы сегодня час прождали, написал, в общем, мы его ждали с пол седьмого до пол восьмого. Правильно? И он нам написал в 19:34, вот он нам написал, что он на главной станции. То есть после 4, мы его час прождали, 4 минуты после того, как мы оттуда ушли, да, он нам написал с этой станции. Вот такие вот вещи происходят. Но, значит, Не судьба. не судьба, да, на все воля Всевышнего. Поэтому будем расслабляться. Сейчас ему напишем Рикардо. Рикардо, Рикардо. И будем выходить в город, потому что в городе происходят очень-очень-очень интересные события. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.